Добрый день, коллеги. Мы рады вас приветствовать на 117-м вебинаре цикла RAEX Sustainability. Сегодня наша тема – база данных RAEX и новая линейка тематических ESG рэнкингов. Сегодня мы поговорим про новый подрэнкинг RAEX Top 50 Климат, как стать лидером климатической повестки, про тематические рэнкинги, про цель этого проекта, методологию составления тематических рэнкингов, периодичность, с которой мы планируем их публиковать, про базу данных RAEX, которые, надеюсь, уже многие наши слушатели примерно знакомы. Анализ, бенчмаркинг, постановку целей и другие возможности. Мы глубже расскажем, что лежит внутри под рэнкингом, какие технические решения возможны. И со мной сегодня мой коллега Алексей Титенков. Начнем с такого поверхностного овервью, что мы предлагаем из публичных продуктов в рамках линейки RAEX. Наверное, многие видели наш ежемесячный рэнкинг, ESG-рэнкинг RAEX 160, на данный момент в нем 160 компаний. Мы его обновляем каждый первый рабочий день месяца. В нем публикуется ранжированный список актуальных ESG-оценок 160 российских компаний. Там есть возможность отфильтровать также отдельно по ESG-оценкам. Есть возможность отфильтровать по сектору, посмотреть ваш сектор. Ну и указаны непосредственно ESG-оценки компаний в виде рейтинговой шкалы. То есть не рейтинговый балл, но шкала по принципу AAA, BBB и так далее. Мы планируем в дальнейшем также публиковать по возможности на ежемесячной основе тематические подрэнкинги по различным подтемам. Эти подрэнкинги будут строиться на массиве данных, который лежит под основным ESG-рэнкингом. И этот массив, собственно, наша основная ESG-база RAEX. Рэнкинг RAEX 160, он строится на открытой публичной основной методологии ESG-рейтинга. Остальные подрэнкинги, они тоже строятся на открытых типовых методологиях, которые мы показываем на наших вебинарах, мы раскрываем в наших публикациях. Сегодня мы сделаем такой более deep dive в новый подрэнкинг по климату топ-50. Помимо указанных рэнкингов и рейтингов, мы также делаем аналитические срезы, мы делаем различные custom-made решения на основе нашей базы данных. Мы делаем отраслевой бенчмаркинг. Алексей также расскажет немножечко позднее. На этом слайде вы видите непосредственно подрэнкинг топ-50 климат. В него подробнее расскажет мой коллега Алексей. Передаю тогда микрофон. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад встрече с вами сегодня. Сегодня у нас действительно знаковый проект, на котором мы достаточно долго работали. RAEX 150 климат – это наша первая ласточка среди будущих тематических ESG-рэнкингов, которые мы планируем публиковать ежемесячно. И основной целью того, что мы делаем, вообще целью работы RAEX является содействие развитию вопросов ESG в России, корпоративного ESG. И рэнкинг RAEX 150 климат, его основная задача – содействовать развитию климатической повестки в нашей стране, помочь компаниям в понимании текущего состояния, поиске ориентиров и определении основных направлений действий по защите нашего климата. Проект является таким пробным шаром. Мы собираем реакцию рынка, смотрим, что людям интересно, что интересно специалистам, которые работают в области ESG. Собираемся корректировать его в дальнейшем. Как строился наш рэнкинг? Чтобы объяснить это, необходимо начать сначала. Как строится RAEX 160? Все наши рэнкинги построены на одной единой методологии, как уже сказала Светлана. И в рамках этой методологии мы ежемесячно публикуем ранжированный список 160 российских компаний, самые актуальные их оценки, сделанные нашими экспертами. Оценка проводится на основе открытой методологии, доступной для изучения на нашем сайте. В ходе этой оценки эксперт собирает и изучает любую доступную ему информацию на момент проведения работы. Наибольший вес, естественно, будут получать открытые источники, на которых компания публикует информацию сама, но мы не ограничиваем себя этим. Изучаются в том числе и социальные сети, и другие открытые источники информации, на которые компания повлиять не может.
Оцениваемые параметры разделены на 32 группы, и среди них есть в том числе выбросы парниковых газов и адаптации к изменениям климата. Внутри групп параметры делятся на политики, отчетность и эффективность. Хочу сказать, что ESG-методология RAEX является основой в том числе и для всех наших будущих тематических рэнкингов. На чем построена наша методология? В первую очередь мы анализируем риски, которым подвержена компания. Это отраслевые риски, риски страны, территориальные риски и индивидуальные. Они оцениваются и им присваиваются три степени значений – низкая, средняя, высокая. Эта оценка влияет на конечный вес каждого фактора в общем результате оценки. На данный момент наша методология предусматривает 221 индикатор, которые разделены на группы, соответственно, environmental, social governance, которые внутри подразделяются на другие подгруппы. Оценка проводится по вопросам политик и программ, отчетности, эффективности, и из этого вычитаются стресс-факторы, которые могут возникнуть в ходе деятельности компании. В результате составляется числовая оценка по environmental, social и governance, которые дают нам, переводятся в баллы, исходя из таблицы справа, переводятся в буквенные рейтинги, которые, собственно говоря, и открыты официально, которые вы видите в публикациях наших рэнкингов. ESG-методология RAEX постоянно эволюционирует, технология оценки постоянно развивается, мы пополняем список новыми индикаторами, выбираем неэффективные. Изменения официально будут оформлены как новая методология, которую мы планируем опубликовать в июле. Но на данном этапе уже тестировано и принято в действие некоторое количество новых факторов. Здесь вы видите, что их уже не 221, а 297. Ниже я привожу эволюцию. Природные ресурсы из 24 превратились в 32, загрязнение из 22 в 34 и так далее. Вся остальная часть методологии полностью сохранилась и ничего не изменено. Почему я об этом говорю? Потому что именно новые факторы послужили для основы для формирования нашего RAEX 150 климат. Здесь мы приводим полный список оцениваемых параметров. Каждый из них был оценен, ему была присвоена оценка от 0 до 1. Мы получили в результате цифровые значения по политикам, отчетности и эффективности. И согласно официальной методологии RAEX, вес этих оценок в общем total составляет 10% для политик, 20% для отчетности и 70% для эффективности. Поэтому здесь вы можете увидеть, что total немножечко по-другому должен бы быть, если бы все складывалось равномерно. Из этого мы получили оценки выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата, которые были по той же таблице переведены в буквенные значения, и которые вы видите в нашей публикации. Технически мы можем собирать любую комбинацию из индикаторов, доступную в нашей базе данных. Планируем это сделать, но это требует некоторой работы. Итак, RAEX 150 климат. Отобраны лучшие из 160 российских компаний, оцениваемых агентством, за исключением банковско-финансового сектора. Почему? RAEX считает, что прямое влияние сектора на климатическую повестку достаточно ограничено, и его усилия в области сохранения климата нами оцениваются в связке с зелеными финансовыми инструментами, социальными финансовыми инструментами. RAEX опубликует сравнительный анализ этого сектора в будущем. Сейчас же вы слева на этой красивой табличке видите отрасли, которые у нас представлены. Наибольшее количество компаний, лучших компаний, повторюсь, из 160 оцениваемых RAEX, относятся к металлам и горнодобыче. Далее нефтегаз, энергетика и химическая промышленность. Вот эти четыре отрасли, как вы видите на оранжевой линии, уходящей вверх, составляют 75% всего списка. То есть компании этих четырех отраслей наиболее загрязняющие, надо сказать, отрасли
вообще в экономике являются лидерами борьбы с этим самым загрязнением, что не может не радовать. Далее остальные отрасли, транспорт и логистика, ритейл, пищевой ритейл, IT и телекоммуникации, лесобумажная промышленность, представленная двумя компаниями, и единственная строительная компания, попавшая в наш топ-50. Топ-10 компаний, попавших в список, лидерами, как вы видите, являются Полис и Фосагро, и, что важно, обращает на себя внимание серьезный отрыв этих лидеров от других представителей, которые идут уже заметно более плотной группой. 178 против 155 на третьем месте, на третьем ранге, да, мы стараемся не присваивать места, это действительно так, мы всего лишь представляем ранжированные списки. Это очень большой отрыв. Поэтому компания «Полюс», наверное, можно присвоить большую золотую медаль за сохранение климата, и мы очень рекомендуем всем остальным компаниям провести изучение практик компании «Полюс», «Фосагро» в вопросах выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. Климатические политики «Полюс» и «Фосагро» оказались наиболее сбалансированными, поэтому они вообще на первых местах в нашем списке. И кроме изучения опыта этих двух компаний, мы бы порекомендовали также обратить внимание на других в части выбросов парниковых газов. Это, несомненно, НЛМК и Уралкалий, которые добились здесь выдающихся результатов. Если вы обратите внимание на буквы, попавшие на наш слайд, у НЛМК все три показателя ААА – это максимально доступный результат. К лидерам рынка в части адаптации к изменению климата необходимо отнести ММК и Северсталь, добавив их в список для подробного изучения опыта. Мы бы очень рекомендовали российским компаниям обратиться к официальной отчетности названных компаний, извините уж за тавтологию, и подробно ее изучить, если, конечно, вы хотите продвинуться вперед в борьбе с глобальным потеплением и изменением климата. Общие выводы, которые мы можем сделать, исходя из того, что видели в наших таблицах, достаточно прозрачны и, в общем, предсказуемы. Учитывая распределение компаний по отраслям, наиболее значимы здесь выводы по четырем важнейшим. Это металлургия, горная добыча, нефтегаз, энергетика и химическая промышленность. Так вот, если посмотреть на график слева, то средний балл по этим отраслям, средний балл оценок в лучшем случае немного превышает половину от максимальной оценки в 200. Средний балл вы видите на оранжевой линии, приведенной шкалой справа. Наиболее высок этот показатель в энергетической и металлургической отраслях. Это важно, на наш взгляд, еще раз, для того, чтобы остальные могли изучить опыт в этом направлении и перенять его, скорректировать свои практики. Интересно, что наиболее равномерно развиваются политики отчетности и эффективности в транспортно-логистических компаниях, представленных в нашем списке. Общими же выводами можно сказать, что крупный российский бизнес обладает еще очень большим потенциалом для развития своей климатической повестки, что в настоящее время, как вы снова видите на том же графике, он прикладывает примерно половину своих усилий. Наибольшее развитие климатической повестки получили наиболее загрязняющие отрасли металлургия, горнодобыча, нефтегаз, энергетика и химия. И любое дело начинается с разработки политик, в чем наши компании преуспели. Достижение реальных результатов – заметно более трудная и длительная задача. Мы надеемся, что она также будет решаться, и показатели будут повышаться со временем. Помимо топ-50 климат, мы разработали еще несколько похожих проектов, которые планируем публиковать один раз в месяц.
примерный список. Пока он, скорее всего, будет откорректирован в зависимости от обратной связи наших читателей, наших слушателей. Следующим в очереди, скорее всего, пойдет показатель RAICS топ-50 природа, который будет включать в себя сводные показатели по водопользованию и биоразнообразию. Далее загрязнение, отходы и выбросы загрязняющих веществ. Зеленая энергия, которая будет состоять из энергопотребления и показателей использования возобновляемой энергии. Люди – это трудовые практики, разнообразие и инклюзивность. Очень важный, на наш взгляд, момент. Трудовые практики в нашей стране очень неплохо развиты, по крайней мере, в крупных компаниях. Но вот с разнообразием и инклюзивностью очень сложно. Российский бизнес часто понимает его как крайности европейских демократий, но на самом деле там заметно больше того, что можно применять и в наших условиях с нашими культурными традициями. Следующий пойдет безопасности люди, это охрана труда, техника безопасности и условия труда, никогда не путайте эти два понятия. Местные сообщества, взаимодействие по природным и социальным вопросам с местными правительствами, местным населением, местными племенами. Далее корпоративная социальная ответственность, которая будет состоять из социального обеспечения и прав человека, которые раскрывает компания. Цепочка поставок, которые мы собираемся объединить, наши группы показателей окружающей среды и социальных вопросов у ваших контрагентов. Далее, девятым номером ESG-инвестиции. То, о чем мы говорили о банках, это экологически ответственные и социально ответственные инвестирования. И следующий ESG-финансы, зеленые и социальные займы. Мы хотим разделить эти области, они пересекаются, но совсем-совсем не совпадают. Последние в очереди пойдут корпоративный менеджмент, в котором мы будем оценивать доходы совета директоров и соблюдение бизнес-этики. И 12-й элемент списка, который мы наиболее опасаемся, потому что многие будут возмущены, но тем не менее мы планируем это сделать. Мы будем оценивать, насколько компания действительно российская, ее структура собственности, где и сколько она платит налогов. Наша цель во всем этом – дать полезный инструмент для оценки и управления усилиями бизнеса в области ESG. Мы будем рады любым пожеланиям и мнениям, какие темы наиболее интересны, какие компании вы хотели бы видеть в списке. Свои мысли вы можете присылать к нам на info@raix-a.ru. Мы в состоянии подготовить рэнкинг, наверное, по любому списку показателей. Вот эти 12 совсем-совсем не ограничения, но мы подумали, что пока, наверное, достаточно. Если у вас есть какие-то идеи, например, объединить только политики, оценивать только политики, объединить только эффективность, оценивать только эффективность, будем рады вашей обратной связи. Здесь, на этом слайде, мы приводим тизер 4 наших других тематических проектов. Это природа, зеленая энергия, загрязнение и цепочки поставок. Предварительные таблицы, составленные по данным на апрель 2023 года. На данном этапе я бы не стал называть их окончательными. Там предстоит еще некоторое количество работы для того, чтобы сгладить некоторые шероховатости. Но, тем не менее, вы видите, мы готовы это сделать, и это не составит никакого труда. Почему это стало возможным? В первую очередь база ESG данных RAICS, которая была в марте месяце зарегистрирована Роспатентом. Это уникальный продукт, создавали для того, чтобы продвигать повестку устойчивого развития в России, помочь компаниям. И для этого мы расширяем список оцениваемых компаний, углубляем тематический анализ, повышаем качество сбора и оценки информации, создаем информационную базу, которая, собственно говоря, и сможет помочь вам в ваших начинаниях совершенствования своего ESG подхода в компании. Наша база данных позволяет строить статистически значимые выборки и давать сравнительные показатели как в разрезе отраслей, подотраслей, так и по конкретным компаниям и списку компаний. При этом, кстати, я хочу заметить, что наш рэнкинг RAICS 160, скорее всего, так и останется 160. Это исторически сложившаяся цифра. И несмотря на то, что количество оцениваемых нами компаний уже несколько больше, мы
продолжим публиковать именно рэнкинг 160 компаний. Бенчмаркинг, который вы можете получить при помощи нашей базы данных, это прекрасный инструмент для, во-первых, определения сложившейся ситуации, где вы сейчас находитесь, поиска направления развития и постановки действительно обоснованных целей. На наш взгляд, RAIEX имеет пока уникальные на российском рынке возможности для проведения подобных аналитических и сравнительных исследований по различным тематическим вопросам, связанным с ESG. Что представляет из себя наша база данных на данный момент? Здесь вы видите срез, информационный срез по отраслям и темам. Мы собираем данные практически с 2016 года, но надежными считаем информацию с 2020. Как вы здесь можете увидеть, количество индикаторов, которые находятся в нашей базе, показать, неправильно сказал, это именно показатели, да, превышает многие тысячи. 2023 год пока мало, но 2023 год пока только начался, и данные пополняются. Наши индикаторы в разрезе темы топиков. То есть по, например, биоразнообразию мы можем сравнивать данные с 2500 других показателей по 2022 году. По 2023 пока 138, но еще раз повторяю, данные пополняются. Как видите, здесь есть что анализировать, с чем сравнивать, и это, на наш взгляд, действительно уникальный продукт на данном этапе на российском рынке. Продукт импортозамещающий, мы надеемся, что это действительно поможет нашему бизнесу. Как это можно использовать? Здесь несколько примеров. Например, отраслевой анализ, бенчмаркинг показателей, связанных с изменением климата. Здесь вы видите данные 2021 года по нескольким компаниям металлургии, горнодобычи отрасли. Показатели, которые не принимают участие в нашем ESG рэнкинге и тематическом рэнкинге, но, однако, полезны для вашего понимания. Здесь выбросы всех трех охватов. Был ли проведен аудит этих подсчетов? Какие стандарты заявлены по подсчетам? Был ли аудит методологии подсчетов? Включены ли компании в списке TCFD официально? Упоминают ли компании TCFD в своих работах? Соответствуют ли их цели научным целям SBTI? Соответствуют ли они Парижскому соглашению? То есть поставлены ли цели так, чтобы достичь цели Парижского соглашения? Учитывают ли компании климатические риски, климатические возможности? Проводили ли они сценарный анализ? Это один из срезов, тематический срез базы, который мы здесь приводим, ну, потому что уже опубликовали RAIEX Top 50 климат. Что еще можно сделать при помощи нашей базы данных? Здесь мы показываем вам отчет, который нами был составлен на основе заказа анализа казахской цепочки поставок нефтегазовой компании Казахстана. Мы проанализировали и подготовили для нашего пользователя сводную информацию о том, как выглядит его цепочка поставок с точки зрения ESG. Нам кажется, это могло бы быть очень полезно. Многие компании, которые работают с нами, программам ESG Rating Pro и Pro Plus, уже видели что-то похожее. Да? Мы используем, в общем, имеющиеся инструменты, так как считаем их очень полезными. Графики, тепловые карты. На основе этого можно сделать какие-то выводы для себя, показать надзорным органам какую-то работу, которую вы проводите по улучшению показателя своей цепочки поставок, ну и, собственно говоря, заставить своих поставщиков изменить что-то конкретное, а не просто добиваться от них каких-то общих вещей. Еще одним примером мы хотим показать здесь сводная информация, так
называемый бенчмаркинг по отчетам иностранных компаний. Здесь вы видите производителя железнодорожного подвижного состава. Что мы можем показать? Есть ли отчетность? Какие выбраны цели? Какие заявлены стандарты, концепции? Какие союзы заявляет компания? В каких союзах она участвует? Верифицируется ли отчетность? В каких компаниях получает рейтинг? Далее, какие даже инициативы они считают наиболее значимыми для себя и приводят в свои отчетности. На наш взгляд, это может быть весьма-весьма полезно для российского бизнеса, для того, чтобы понять, в какую сторону двигаться и каким образом улучшить свою отчетность, свои показатели, ну и, в конце концов, помочь спасению нашей планеты, сделать так, чтобы Россия оказалась в первых рядах компаний, заботящихся об экологии, об сохранении климата, вообще о вопросах устойчивого развития, которые вы знаете, все 17 целей ООН. Ну и последний слайд, который мы хотели бы вам показать, наш любимый, мой любимый. Я пришел в ESG из корпоративных финансов и очень люблю подобные вещи. Наш совместный проект с Московской биржей, индекс Мосбиржи RAICS ESG сбалансированный. Каждый раз мы видим какие-то новые красивые показатели. Здесь, конечно, тренд ушел немножко в бок. Нет, это даже не тренд, тренд сохранился. Это небольшое боковое движение. Этот флажок, надеемся, будет пробит вверх. Приходите на Московскую биржу, пользуйтесь этим индексом. Очень здорово. Ну и, собственно, на этом все. Буду рад вашим вопросам. Следующий вебинар мы пока не объявляем, ибо уходим на каникулы до 18 мая. Здравствуйте. Что необходимо сделать, чтобы запросить расчет по той или иной компании из последнего рейтинга топ-50? И кто может вправе это сделать? Ирина, пожалуйста, напишите нам на инфо, либо свяжитесь с нашим отделом продаж, они более точно дадут вам контакт. Наши аналитики, в принципе, независимы, не вступают в контакт напрямую. Но этот вопрос можно решить так. К сожалению, пока я не могу вам дать стандартного ответа, потому что это наш пробный шар, первый проект. Мы еще не очень понимаем, что на самом деле будет нужно рынку, каким образом откорректировать наши рэнкинги, каким образом откорректировать услуги, которые мы предоставляем. Алексей Богомолов. Климатический рейтинг чрезвычайно важен для стимулирования развития низкокарбоновой экономики в России, развития продуктов ответственного инвестирования, международного сотрудничества по сдерживанию глобального потепления в результате антропогенного выброса парниковых газов. Как вы планируете использовать отчетность IFRS S2 для составления климатического рейтинга? Я хочу, наверное, здесь сказать, что IFRS – это один из вариантов составления отчетности. Мы учитываем у себя в целом на данном этапе, какие стандарты компании используют для того, чтобы составить свою отчетность, какие стандарты заявлены, какие стандарты подтверждены. Это важный фактор открытости компании. На самом деле, наверное, на данном этапе пока все остальное – это объективные показатели, которые, по большому счету, не очень связаны с тем, как компания представляет свою отчетность. А IFRS S2 – это именно представление отчетности. Здесь мы не хотим ограничивать ни бизнес, ни себя каким-то четким наименованием, вот IFRS и все. Да, вы давно знаете, хорошо знакомы со стандартами GRI. К сожалению, на мой взгляд, их не сочтены, и IFRS вместе с европейским, ESRS их просто вытеснят с рынка. Но, тем не менее, GRI, ESRS, IFRS S2 нам, собственно, не особенно принципиально. Главное, чтобы вы двигались в направлении развития ESG-тематики. Какова цель такого раздробления по темам внутри каждого из блоков ESG в контексте публикации тематических рейтингов, спрашивает Полина Носко.
Я на самом деле не очень понял вопрос о цели. Давайте, наверное, я поясню так. Вся наша оценка строится изначально на оценке показателей, разбитых на блоки ES и G. То есть для того, чтобы собрать ESG, нам необходимо соединить все вместе. То есть это движение снизу вверх. Наверное, можно придумать какие-то другие способы. Мы пользуемся этим. Тематические рейтинги, рейтинги будут включать в себя только вселенную RAICS из 160 компаний или будут захватывать и другие компании рынка, спрашивает Ксения Ворожейкина. На данном этапе мы планируем использовать только 160 текущих компаний из рейтинга. Почему? Во-первых, это лучшие компании рынка. Как мы обратили внимание, двигаясь дальше, мы получаем только еще худшие результаты. Это не совсем то, на что, на наш взгляд, на данном этапе нужно тратить время. Мы из 160 компаний отобрали 50, и выбор 50 также был не случайен. В принципе, наверное, можно было поставить и 160, все те же 160 компаний, но там опять-таки ближе к низу нечего смотреть. Поэтому в зависимости от развития, дальнейшего развития российского рынка, мы будем уже корректировать, кто входит в список, как мы его составляем. Планируете рейтинг по ESG дефолтам? Интересный вопрос. Наверное, нет. Вообще ESG дефолт очень такое неоднозначное понятие. Алексей. Так, тематические рейтинги будут включать в себя только вселенную RAICS. Рейтинг составляется на основе существующих в базе данных. Если компания не включена в оценку, то данные по ней не учитываются. Не совсем так. Как я уже сказал, у нас больше 160 компаний, но публикуем мы только 160. Для точной, объективной и полной оценки блока используются все ESG. Да, Алексей, совершенно правильно. Большое спасибо за помощь в ответе на вопрос. ESG-рейтинг по дефолтам, я, честно, даже не очень представляю, как мы на данном этапе можем составить, но если у вас есть более или менее сформировавшееся представление об этом, ждем вашей информации и обязательно учтем ее в анализе обратной связи. Доступ к базе данных будет свободный или платный, спрашивает Ксения Ворожейкина. На данном этапе база данных, мы не можем дать в нее доступ. База данных в процессе доработки, она уже зарегистрирована, информация в ней есть, но для того, чтобы дать доступ к ней, требуется провести огромное количество технических работ для того, чтобы обеспечить безопасность информации, целостность данных. Здесь разработок, наверное, даже больше, чем мы уже сделали с точки зрения ESG. Поэтому время, когда каждый пользователь сможет получить доступ к нашей базе данных, пока не определено. Мы надеялись, что это можно будет сделать весной, но, по крайней мере, сейчас четко понимаем, что раньше осени это не получится, возможно, и дальше. Поэтому любой анализ пока может быть проведен только через наших специалистов. Но мы работаем над тем, чтобы действительно заменить ушедшие с российского рынка компании, позволявшие делать рыночный анализ показателей. Вопросы иссякли. На этом, видимо, все. Большое спасибо за то, что присоединились к нам сегодня. До новых встреч. Следите за нашими анонсами на телеграм-канале. Счастливо!